Студент Бельгийского университета самостоятельно изучает казахский язык. Стейн Ромбоут уже может свободно общаться со студентами из Казахстана. Наш Сапкор в Брюсселе продолжит. Мен таңқалдым, өйткені қазақтар мұндағы адамдарға өте айыр different. Айырмашылығы бар. Қандай сонда айырмашылығы? Менің ойымша, мұндағы адамдар қазақтар сияқты қонақша емес. Третий курсник Бельгийского университета Киев-Левенштейн Ромболд мечтает о еще одной поездке в радушный хлебосольный Казахстан, для чего четвертый год изучает казахский язык. Самостоятельно, без среды общения и очных обучающих курсов. В 2018-м 17-летний школьник из бельгийского городка Брюгге вместе с матерью посетил юг Казахстана в качестве туриста и, по его словам, так полюбил и страну, и людей, проживающих в ней, что твердо решил изучить казахский. И хотя еще не совсем получается так, как хотелось бы, Стейн полон решимости. Было бы желание, говорит молодой человек. Вначале я занимался по видео в YouTube, но смог научиться только самым легким словам «Привет, как дела?». Но затем мне захотелось больше изучить казахский язык, и поэтому я воспользовался онлайн-учебником казахского «Colloquial Kazakh». И хотя она написана на английском языке, с его помощью можно очень хорошо понять грамматику. В какой-то момент я понял, что одного учебника недостаточно, и нужно упражняться и устно. Поэтому начал общаться с казахами онлайн и смог немного продвинуться в казахском. Кстати, у Стейна есть свое ноу-хау, которое можно использовать для изучения любого языка. Для легкости и удобства в запоминании новых слов с помощью простейшего приложения в онлайн-переводчике он создал в своем телефоне словарь, куда записывает целые устойчивые словосочетания. Сегодня в нем уже 2323 казахских слова. Я хочу побольше узнать о Казахстане, о его культуре и кухне. Но в Бельгии у меня пока есть только один друг казах. Он учится в моем университете. Я познакомился с ним несколько дней назад. По словам Стейна, он мечтает пробыть в Казахстане хотя бы год, чтобы успеть увидеть природные красоты нашей страны во время всех четырех календарных сезонов. Поехать в Казахстан – это мой выбор. Здесь многие хотят после университета поехать в Испанию или Италию. Но я хочу поехать в особую страну, которая еще не слишком известна многим в Европе. Без пяти минут выпускник старейшего университета Бельгии, он планирует совмещать путешествия по стране с какой-либо полезной работой переводчиком или учителем английского. Жанна Терна, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель.